Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина. Вы смотрите новости на канале Инста-ТВ. Июль стал для британской деловой активности весьма позитивным. Значения показателя PMI во всех секторах экономики превзошли прогнозные ожидания. Вчера явный прогресс демонстрировал ключевой сектор Великобритании – сфера услуг. В соответствии с предоставленным отчетом исследовательской организации Market Economics, индекс деловой активности подскочил к своему максимальному значению за 6,5 лет, оказавшись на уровне в 60,2 пункта. Аналитики ожидали подъема индекса лишь к 57,4 пункта. Столь резкий рост стал возможен благодаря укреплению всей британской экономики и улучшению экономических условий. В стране зафиксировано открытие новых фирм, реализующих возросший бизнес-потенциал и уверенность. Даже хорошая погода в Туманном Альбионе способствовала благоприятному росту продаж как на внутреннем, так и на внешнем рынке, стимулируя дальнейший подъем активности в сфере услуг. На валютном рынке под влиянием очередных позитивных новостей из Великобритании фунт продолжил свое восходящее движение по отношению к остальным валютам. В паре с американским долларом фунт стерлингов за торговую сессию в понедельник поднялся на 100 пунктов к отметке в 1 доллар и 53,6 цента США. Тем не менее, позитивные отчеты от Market Economics – это все-таки не окончательный сигнал о завершении кризиса. Каплей дегтя в июльской статистике стала ремарка об увеличении задолженности по оплате труда, а также стагнация роста заработных плат. Вы смотрели новости на канале Инста-ТВ. Всего вам доброго. До свидания.